Безусловно. Значит, перевод, да, понятие ущерба – это ущерб государственному бюджету. Илон Шор и акционеры были отстранены от управления 27 ноября 2014 года. Первый лей в результате денежной эмиссии поступил 3 декабря 2014 года. До 2015 года, до конца, там, когда они их распределяли. И Конституционный суд сказал, эти действия незаконны. Где вина Илона Шора в этом?